Всем привет, добро пожаловать на мой канал, и сегодня у нас видео с распаковкой посылок AliExpress и не только. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приятного просмотра. Первая посылка, давайте открывать скорее. Это посылка с AliExpress. О! Целых 5 посылок в одной. Я не ожидала, если честно, потому что думала, что это будет одна. Давайте откроем первую попавшуюся и посмотрим, что там. Это бюстгальтер. Шок-контент. 18+. Так, у меня здесь топ. Такого оливкового красивого цвета. Я его заказала уже на будущее. Скорее всего, осенью буду носить, когда возрожу и похудею. Может быть, следующим летом. Ну, в общем, он классно тянется. Очень красиво выглядит. Вообще не пахнет. И добротно, очень шик. Здесь есть чашечки. Я думаю, что я их, может быть, даже высуну. По-моему, у меня самый большой размер. Ну, как видите, он не очень большой. Не очень крупный. Сейчас мне, скорее всего, будет маловато, но я потом померяю. На все посылки оставлю ссылку в описании. И давайте посмотрим, что у нас там дальше. Это детские гольфики. Я заказала малышке 2 детских гольфиков. Они идут от 0 до года, по-моему. Давайте посмотрим. Одни я заказала мятного цвета. Ой, боже, какая маленькая пяточка. С лягушонками такими. И вторые точно такого же размера. Ой. Но уже пыльно-розовые с зайчиком вот таким. Не знаю, если честно, у меня не было детей. Не знаю, большая эта ножка или нет. На какой нам размер подойдет. Посмотрим. Но я вообще хотела и летом успеть поносить. Не знаю, удастся. Мне кажется, что большевата нога. Ну, до года точно хватит. Я думаю, на следующий год мы тоже поносим это. В общем, классные такие. Что-то торчит тут ниточка. Но они не пахнут. Классные очень. Гольфики красивые. По размеру, не знаю, не могу ничего сказать. Посмотрим, как будет. Но красиво. Откроем следующую посылку. Так. Тут носочки для меня. Я заказывала 2 пары носочков. Коротеньких. На лето. У меня размер 36. Ну, там тоже были какие-то разные размеры. В общем, мне нравятся прям пока что такие тоненькие. Хлопковые. Тоже ничем не пахнет и классно выглядит. Мне кажется, прям хорошо. И, по-моему, стоили рублей 50 или 60. Поэтому присмотритесь. И вторые, они точно такие же, но другого цвета. Я заказала под свои одежды. Вот. У меня очень много зеленого. И вот я заказала, чтобы торчала зелененькая резиночка. Вот такие носочки. Так. Вот такие с коричневой, получается, полосочкой. Ну, такой светло-коричневый ко многому будет подходить. И вот такие с зеленой. Тоже к многим моим нарядам будут подходить. Так, здесь, мне кажется, будут тоже носочки, но детские. Да, я уже вижу. Просто прелесть. Смотрите, какие хорошие. Это были уже носочки размером 3 месяца. Я не стала брать для новорожденных, потому что где-то вычитала, что у них очень быстро растет нога и что лучше взять побольше сразу. Ну, я взяла на 3 месяца, там посмотрим. Здесь 5 пар разных носочков. Они стоили где-то 250 рублей все. Давайте посмотрим, какие хорошенькие совы. Такие пыльно-розовые с ушками. Маленькие, вот эти маленькие прям. Так, вторые это розовенькие. Вот такие носочки. Я даже не знаю, это, наверное, лама. Третья пара светленькие, мне кажется, ко всему подойдут.
будут хорошо смотреться. И такие серовато-коричневые ушки. Не знаю, кто это. Так, следующие серенькие с розовеньким. Тоже, мне кажется, ко всему подойдут. Я специально брала разного цвета, чтобы были в комплекте не только розовые, но и беленькие, серенькие, потому что у меня есть бодики и голубые, и мятные, и белые, поэтому я думаю, что будет классно сочетаться. Только почему-то этот носок больше, чем вот этот. Я сейчас вам покажу. Мне кажется, я брала одного размера, но мне кажется, что этот значительно больше. И по пяточке тоже видно, что вот этот больше носочек. Ну ладно, поносим больше попозже. Так, и вот такие персиковые с розовеньким ушками. Тоже, да, по размеру. Ну, примерно похожи, но вот какие-то меньше, какие-то больше. Это прям видно. Вот, видно, да? Ну, мы еще не родились, поэтому я думаю, что поносим и те, но имейте в виду, что можете взять, а там будут разные, например, носочки. Но они неплохо тянутся. Это хлопок стопроцентный, я думаю, что подойдет на долгое время. Опять же, не знаю, как там ножка будет расти, но классные. Я довольна. Что же у нас здесь? Интересно. Это грызуночки. Это деревянные грызунки, которые я еще буду облагораживать, так скажем. Я на канале буду снимать видео о том, как сделать из обычного грызунка красивый грызунок какой-нибудь необычный. Подпишись на канал, если хочешь это видео не пропустить. Я заказала два грызунка из дерева. Такое облачко. Я собираюсь с ним вниз, в общем, сделать к нему такие висюльки. Можете увидеть, как я это все буду делать. И вот такой цветочек. Здесь я собираюсь сделать муслиновые ушки. Тоже вам все это покажу. Подписывайтесь, обязательно не пропускайте. Они очень гладкие, наполированные такие прям. Я думаю, что будет отлично вообще для детишек. Пахнут деревом. Классно. Очень красивые. Смотрите, как красиво, качественно все сделано. Стоили тоже, ну, не очень дорого. Мне кажется, до 100 рублей. И, в общем, это часть, которую ребенок будет грызть, когда у нее будут резаться зубки. Пакету здесь кронштейн для мобиля детского. Я его очень долго выбирала и ждала, потому что я собираюсь сделать мобиль своими руками, и мне очень не терпелось, чтобы мне привезли всю необходимую фурнитуру для именно мобиля. Аккуратно запаковано. Это очень приятно, потому что наверняка ничего не повредится при перевозке. Так, вот этот блок — это блок музыкальный. Он будет как раз таки держать, мне кажется, ли он какой-то в сторону кружок, ну, может, так и надо, я просто не видела никогда. Кроме музыкального блока, кстати, там очень выгодно получалось именно в магазине купить сразу комплект. Некоторые продают отдельно музыкальный блок, что очень невыгодно выходит. А здесь за весь кронштейн я дала 700 или 800 рублей вместе с музыкальным блоком. Так, вот это сама тренога, четырехнога для мобиля. То есть вот так это делается. Наверное. Ну, конечно, да, вот так. Все еще будем разбирать. И вот так крутится. Играет музыка. Очень спокойный темп. Мне нравится. И спокойная музыка.
Можно сделать, здесь уже сразу есть такие отверстия специальные для игрушек. То есть вы можете либо купить, либо самостоятельно сделать и повязать вот эти отверстия. Да, кстати, батарейки тут уже, видимо, в комплекте, что очень классно. Чуть не сломала. Вы можете вытащить вот это основание полностью и закрепить сюда круглое такое основание под мобиль. Кроме вот этих четырех петелек, которые здесь есть, также есть центральная петелька, за которую вы тоже можете подвесить какую-либо игрушку. Можно просто игрушки вешать, а я буду делать их из фетра. Тоже буду показывать на своем канале, как я это делаю. Также в комплекте идет полностью крепление для, собственно, вот этих штук на кровать. Эти все штуки я не знаю, как и где использовать. Я предполагаю, что это крепится к кровати, муж будет разбираться в этом. И мы обязательно покажем, как оформили детскую кроватку, детскую зону, поэтому не пропустите, подписывайтесь на канал. Также мы будем с вами мобиль делать тоже вместе. Так что, я думаю, это будет интересно. Не пропустите. А это уже посылка из Москвы. Не Алиэкспресс. Мы будем открывать ее долго и упорно, потому что она супер круто запечатана. Я заказывала деревянные изделия для малышки, которые буду расписывать. Так, тут у нас накладная. Сейчас полагается. Ути, боже, какая прелесть! Я заказала пирамидку. Из липы все сделано. Я ее буду расписывать. Ну, она, конечно, супер маленькая. Если честно, я думала, она будет побольше. Посмотрите, она прям с ладошку для малышки. Но просто, не знаю, опасно ли вот такие вот маленькие штучки. Но для красоты точно классно будет. А для функционала посмотрим. В общем, тут получается 7 цветов разных. Я буду расписывать. Мне кажется, прям очень красивая пирамидка. Можно потом будет заказать побольше. Ой, она классно пахнет. Это так отполировано хорошо. Вторая штука — это неваляшка. Я думала, что вот она будет чуть поменьше. Неваляшка в форме такого яичка и музыкальная внутри. Я тоже буду ее расписывать. Сейчас посмотрю функционал. Работает. Очень классная штука. Тоже наверняка сниму все на канал, как это будет потом выглядеть. Очень интересно самой. Погремушки маракасы. Я взяла 3 штуки для меня, моего ребенка, для ребенка моей сестры, для ребенка моей тети. Вот. Хочу расписать, подарить им и себе взять. Они тоже липовые, классные, красивые. И тоже очень интересно будет этим заняться. Красивые. Это были все посылки на сегодня. И если вам понравилось это видео, поставь лайк и напиши комментарий. А мы увидимся очень скоро в следующем видео. Всех целую. Всем пока-пока.